И всем привет, ребята, и вы на канале Мончик. И сегодня мы будем играть в Икеюшку, но не одни. К нам сейчас зайдет Денис. Так, сейчас я ему напишу, по звонку ли или нет. Так. Алле. Заходи через меня. Я тебя добавила, заходи. Окей. Так. Чё? Мне сказали обновить. А, обновить? Хорошо. А я там склад нашла. Как хорошо, будем в школу. Блин, нам с тобой же, чтобы школу построить, нам же надо много, очень много работать, да? Ну, хорошо. А если мы ее построим и выйдем, у нас больше не будет школы? Не будет школы. Такова жизнь Икеи. Зато останется видео со школой только. Ты что делаешь? А? Ты чего делаешь? Ты меня убить хочешь? Слушай, ты меня убить хочешь? Нет? Угу. Пытаюсь не задохнуться от боли. Окей. Я пока начну работать. Зачем ее вообще строить? Досками будем строить. Потому что так сказали подписчики. Вот мы туда работников поселим просто. Просто так. Кого же? Зачем-то? Я работаю уже без тебя тут. Начинаю работать. Блин, а у меня не получается. Ты мне сейчас мозги сломаешь. Я тебе уже сказала, зачем? Это не причина. Да ты гениальный человек. Тебе даже не платят. И что? Может быть, когда-то будут. Творческая личность. Конечно, не матерись, это детский контент. Ну, я тебе не говорила, что я буду снимать. Нет. Ну вот, сказала теперь. Молодец. А раньше нельзя было? Я забыла. Я работаю.
Меня в любом случае не слышно. Слышно? Я тебя прям близко к микрофону поставил. Я просто видео пересматривал, там ничего не слышно. Потому что ты у меня до этого на зарядке стоял подальше от микрофона, а сейчас я тебя прям в микрофон сую. Чё? Как чё? Мне помог стать мамам сейчас. Но это же детский. Ну да, это детский контент. Да сраная ночь! Как сделать день? Так. Все сделала день. Сколько максимум друзей в Roblox? 200. Теперь 200. Да. Мне их 200. Ну, прикинь, мои подписчики, вот мои подписчики, у которых у меня есть друзья, они, у них примерно тоже 200 друзей, потому что все мои остальные подписчики тоже хотят со мной поиграть. И они все заходят через подписчиков. Там скорость, мне кажется, если бы можно было сколько угодно добавить подписчиков, то у меня было бы, наверное, там уже 7 тысяч. Почему у тебя 200 рублей? Друзей, у меня всего 108. Не знаю. У тебя даже больше, чем 200. Нет, у меня 200. У меня 108. Нет, у меня 200. Нет, там по сути, если они на друг друга друзья, друг друга друзья добавляешь, то у тебя их больше, чем 200. Кошмар. Тогда... У меня слишком много детей. Когда мы успели столько сделать? Ну, у меня есть догадка. Ну, догадыкались, капец. Я тут уже почти весь пол построила. Ты там собираешься же заходить потом? Да. О! Ты чё вышел? Что-то с интернетом не то. О! А? Ошибка 277. Попробуй еще раз. Получилось? Не знаю. А. Ну нормально, думаю, был. Да. Угу. А ты умеешь телепортироваться или нет? Что такое телепортация? Блин, я сама... Ладно, что я знаю, что такое, не объясняй. Угу. Тогда я тебя просто могу максимум свистеть, и ты можешь ко мне идти. Потому что я не знаю, как... Я не знаю, как телепортировать человека. Я умею только свистеть. Ну ты придешь, у меня почти первый этаж будет весь готов. Мы же сначала просто строим, а потом заполняем мебелью, да?
поэтому получается у меня что-то более-менее. Там вообще, оказывается, я посмотрела, можно всех нет, своих... Стопа. Я посмотрела, нет, там можно... Нету. А. Ну, у тебя прогружается еще. Раз. Тебя грузит. А, кстати, у тебя на випке... Я тебе там должна разрешение дать, но я не знаю, как это делается, только я могу, наверное, вещи спамить. Я не умею пользоваться випкой. Спасибо. Прости. Спасибо. Прости. Я тупой, что ты еще можешь от меня ожидать? Спасибо. Свистишь. А, ну у тебя грузит, наверное, еще прогружается. Я свищу тебе. А может, это я тупой? Да нет, ты не тупой, тебе кажется. Короче, снаружи школа будет некрасивая, а внутри красивая. Так. В смысле? Ну что, у тебя прогрузилось или нет еще? Блин, а я не такие доски заспавнила, они больше меня. Кошмары. А? Все. Как? Денис, ребят, куда-то сдох. Каким образом, я не знаю. Он сдох каким-то образом, каким образом, не знаю. Но мы ему напишем, чтобы он не умирал. Кстати, кто-то смотрел до этого момента, пишите слово «чайник». Я не знаю, зачем. Слушайте, да это прочная штука. А если... Сейчас. Так. А, у него интернет немножко лагает. Блин, извини, да я не умею писать. Слушайте, я ему, во-первых, не написала неправильно. Извиняюсь. О, все. Ну, он, в общем, ребята, не с вами. Я рассчитывала, что он сможет с нами, но оказалось не так. Капец.
Что делать? У нас еще полный склад теперь вот таких досок, потому что я дура. Я надеюсь, их можно каким-нибудь-то образом убрать. Это, наверное, только вот этот вот вариант, чтобы кидать их вот по всяким местам таким. Или далеко уносить, или еще что-то. Но не больше меня, что смеяться-то? Тут нормально размер нельзя подрегулировать, а это очень плохо. Я буду строить дальше. У меня нет других вариантов. Я обещала вам, что я построю школу. Тем более, я уже половина так-то достроила. Там еще не одна. Капец. Капец. Что делать? А нет, все одна. Слава богу. Ну ничего страшного. Сейчас мы маленькие заспавним. Один. Спавним, короче, побольше и не жалеем этажей. Я не знаю, сколько мы сделаем, но пока у нас будет дом без, ой, школа без окон и дверей. Ну вот только вход максимально. Я постараюсь подработать над этим, над самим входом максимум, потому что с этой стороны школа будет выглядеть не так красиво, может быть, ну, она, главное, будет выглядеть хоть как-нибудь. Я еще планирую, ребят, сделать тут такой, знаете, вход, там будет лестница, наверное, сама большая. Так можно будет подниматься. Я сделаю лестницу из досок, наверное. Ну, скорее всего. Я не умею вот такими большими досками, именно досками пользоваться. Не знаю почему. Ну, не умею. Жалко, Денис не может с нами. Ну, хотя бы поговорил. Но я постараюсь сделать школу. Более-менее. Я хочу сделать три этажа. Три. Ну, я думаю, три этого достаточно. Больше, я думаю, не нужно нам. Потому что эти три этажа будут, или даже два. Ну, хотя просто я планирую сделать, чтобы на них было много-много разных комнат. Ну, больших тем более. Комнат, поэтому... Смотрите, вот это вот типа как бы лестница такая тут будет, да? Так. Ну это такая лестница, там до три этажа сразу типа поднимается можно. Кровавая. Почему время не работает? Я постановила же вроде бы. Надеюсь, день будет дальше длиться долго. Так. Пока что, наверное... А, ну, наверное, надо просто ставить вот так вот доски. Так, досочек наставим, будем работать. Я не знаю, я буду сегодня играть с подписчиками или нет. Я не уверена просто, что я буду играть с ними сегодня. Потому что я играю уже как бы на випочке. Планировалось, в принципе, что я играю с Денисом, но у него сильно лагает интернет. Жалко. Ну ладно. Я ему зато разрешила доступ к этому. Какие? Я могу, в принципе, здесь всех своих друзей разрешить. Но всех подписчиков я не хочу, потому что это очень неудобно. И не на випке как раз-таки с ними играть. Это лучше всего. Во-первых, они работают. Во-вторых, это интереснее намного.
Тут там как-то на Випке я заметила очень мало охранников. Они есть, но их мало. Безумно. Либо их нет, я не знаю. Потому что я свищу, я не вижу никаких своих охранников. Но когда я была с этим... Как его... С Богданом, вот. То там вроде бы были они, или он включил их, я не знаю. Ну ладно, нас это не волнует. Я постараюсь, кстати, сейчас здесь сделать лестницу. Я не уверена, как ее делать, конечно, но мы постараемся. Так, наверное, вот так надо, да? Мы будем делать лестницу из этих досок. Тут все из досок. Потому что в прошлый раз я построила очень криво и не очень красиво из этого. Из каких-то штук. А так я просто не могу найти нужные мне красивые вещества для этого. Так, сразу до третьего этажа, да, так сделать. Или пока нет. Или да, я не знаю, сейчас посмотрим. Так. Тут нужно поставить доску. Блин, а тут же должен быть проход. Да? А нет, это до второго этажа или как это? Не знаю, как это называется, ну ладно. Я не умею строить. Ладно, ой, а уже закончились доски опять. Так, подождите, я хочу на первом этаже построить столовку. Столовку, столовку, сейчас. Вот здесь будет вход в столовку. Ща мы все устроим. Короче, тут вход в столовку. Там я сделаю еще раздевалки как раз. Вот все сделаем. Давайте вот тут досок наспавним, прям в самом вот этом доме уже. Много-много-много-много-много-много-много-много досок. Все. Столовая вроде бы должна быть большой, чтобы там все дети поместились даже. Поэтому в ту сторону строим уже, в ту. Вроде бы в ту как раз нормально. Блин, такие гигантские доски эти. Капец. Ну ладно. Будем простраиваться. Не, мне бы Денис, наверное, хорошо помог бы. Я бы построила пол бы, а он построил стену везде уже. Как бы сказала ему, настроить типа стены, а я строю пол. Хоть у меня пол и кривой, но, знаете, он хотя бы такой. Потому что мне идеально для школы не нужен, вроде бы. Сколько классов сделаем? Давайте 10 классов сделаем. На третьем этаже сделаем, может быть, спортивный зал. И сделаем там комнату директора. Я не знаю, как я сюда работников помещу. Но сделаем, думаю. Надо было, наверное, на земле делать. Но там никто не заходит, что-то. Там все расходятся в разные стороны. Можно не делать просто потолок и все. Смотрите, столовка, ну, вроде бы нормальная, знаете. Можно три пол расширить, как на три. А потом все остальное уже как бы столовку. Давайте 3 на 10, наверное. Вот 3 и 10. Может быть, столько хватит. Просто на 3, я думаю, этого достаточно. Типа просто для этого, для столов, чтобы все могли усесться. Опять ночь? 5 кровавые. Ну ладно, мне, знаете, как-то все равно. Я не вижу охранников нигде. Поэтому мне как-то все равно.
Не, свет не нужен как-то. Я тут сама расправляюсь, наверное, хорошо. Или хотя... Да, нормально справляюсь. Так, 3 на 10, да, раз, два, тут три. Блин, сколько я делала досок-то? Раз, два, ну, три. Я на три, наверное, сделала, да? Раз, два, три. Четыре. Четыре, наверное, еще надо, да. Ну, давайте сейчас, короче, сделаем и дам дальше уже все определим. Четыре, пять. Пять. Но столовая у нас школа большая, в принципе, в ней 4 этажа. Это кошмар, какая большая школа. Нам же надо еще сделать на улице, типа, блин, ну это много займет, да, я знаю, времени. Но мы справимся. Так, 5. Потом. 6. Шесть. Не, ну мне кажется, 6 уже достаточно. Тут уже я устану строить столько. Я вам клянусь, я устану столько строить. Мне еще плюс там кабинет каждый. Я думаю, кабинет можно 3 на 3 сделать и все как-то парт. Посчитаем, сколько сделаем. Там же 2 человека садятся, поэтому нормально, думаю. Возьмем просто какой-то широкий стол и все, в принципе. Я пока не буду, наверное, стены строить. Или для столовой сейчас построим. Подождите, вот пол закончен, да? Обустраивать это в самом конце. Или хотя... Не, можно сейчас даже. Но нам надо сначала достроить стены, потолок. Я не вижу, я правильно ставлю, нет. Полина. Капец, как это? О! Да не, ровно вроде бы. Теперь тут развернуть только вот так поставить. Тут же еще надо сделать буфет, вот это вот все, блин. Я хочу сделать эстетично и на этот раз достроить окончательно. Я не уверена, что меня, может быть, хватит для подписчиков потом снять. Но я постараюсь. Мне кажется, тут 2 часа ролик займет. Потому что я хочу впервые в жизни сделать обложку для видео. Я хочу вас попросить в телеграм-канале, вот у меня же под моим каналом там есть ссылочка телеграм-канала, подпишитесь на нее, перейдите, не знаю, вот можете просто написать лимончик, и все, он выпадет в мой канал там, ну, вы меня узнаете по моей масочке, как обычно, вот. Заходите, и я вас добавляю там в группу. Можете нарисовать мне артики, ну, мои, для моего канала, ну, типа меня из реальной жизни, либо же Гачалайф, или еще что-то. Я хочу либо сделать видео, оцениваю арты подписчиков, либо же просто взять и сделать, ну, не знаю, может быть, просто буду делать обложки для видео с помощью вот этих артиков.
Я просто ни разу не делала обложки. Я не знаю, как я буду думать. Я хочу сделать просто обложку для видео. Потому что так вроде бы всем нравится. Только я не монтирую видео, к сожалению. Но, может быть, буду. Но это видео я, наверное, просто так выложу. Наверное, я не буду сегодня здесь на это видео делать обложку. Потоки я обложку в принципе никогда я не делаю обложки, но я хочу просто, чтобы меня привлекал канал. Не говори, что привлекают обложки, типа я хочу сделать обложки, потому что вот я смотрю канал Невка, и у нее красивые очень обложки, и к ней, наверное, больше людей из-за обложек приходят. Ну ладно, мне надо просто монтировать видео, снимать, монтировать потом. Я не делаю ничего из этого. Я просто работаю, выкладываю и все. Но мне лень монтировать. Может быть, когда я буду с подписчиками играть, может быть, скорее всего. Хотя я не вижу смысла просто, когда я с подписчиками, потому что они все приходят, и там просто в любой момент какая-то может ситуация произойти или еще что-то. Вот, а когда, ну, наедине играю, то, наверное, можно. Я, наверное, завтра буду уже дома. Я просто сегодня ходила гулять, поэтому завтра, может быть, будет еще видео с этим, с Випкой. Блин, мне надо еду себе наспавнить, потому что у меня нет еды. А я хочу есть. Уже тут яблоко, яблоко, яблоко наспамить и водички. И яблоки. Три яблока нормально. Что-то не так много это повышает. Сейчас еще, короче, найдем печеньки. Печеньки, сметана, лимоны. Вот лимоны они хорошо повышают. И, наверное, сейчас просто лимонов наемся. Блин. Нормально, короче, не 100%, но нормально. Ой, уже доски закончились. Блин, слушайте, вот так вот. Я дурочка, я могла сделать так. А, у меня тут щель. Я теперь поняла, почему я так не сделала. У меня тут щель. Что делать? Что, еще одну доску спавнить? А, ну мне все равно придется спавнить для потолка. Ладно, сейчас наспамим. Спамим. Не считаю сколько, просто наспамим, делаем потолок и идем дальше. Ну, обустраиваем уже. Наверное, буду сначала обустраивать, а потом уже дальше строить. Ну, этаж же готов уже, блин, а чё я как кривожу. Криво, но нормально, думаю. Можно теперь делать спокойно потолок. О! Меня потолок, знаете, почему-то ровный пол у меня получается, когда я делаю потолок вот так. Не знаю, каким образом, но у меня так получается ровный пол сверху даже. Ну, типа, сверху уже как ровный. Смотрите. Блин, сейчас допрыгнуть бы еще. Ну, ровный же. В принципе, почти идеально. Для меня это лично просто идеально. А почему я подписала как дом, если это школа? Ну, ладно, ничего страшного. Я привыкла так просто подписывать, наверное. Так, а здесь, а, ну, чтобы без щелек просто. Вот так. Да, так ровно. Продолжаю в том же духе работать.
Ну ровно, ровно, нормально. В принципе. Нам же еще нужно сделать раздевалку. Блин, это же много занимает, да? Ну ладно, я сейчас просто расширить же могу чуть-чуть. Я просто сейчас потолок доделаю и потом сделаю раздевалку. Тогда я просто забыла про раздевалку. Так. Что-то неровно, да? Ну или хотя нормально. Где можно сделать раздевалку? Я просто знаю, что там у меня все занято. Столовая, блин. Что-то слишком реально много места сделала, а раздевалка как? Хотя... Да, блин. Меня это не волнует никак, я продолжаю строить. Вот тут. 3 на 3. Делаем и закрываем. Чё. Зато меньше места там будет. Чуток, но меньше. Блин, ну вообще криво. Поставила как ровно, да? О, и еще одну доску. До потолка спавнила, ну ладно, ну да ладно. Не 3 на 3 не пойдет, 3 на 4, наверное. 3 на 4 вот самый раз, наверное. Классов давайте еще по одному классу. Один класс первый, там второй, третий. Все, короче, 11 классов сразу сделано. Ну там только вот один класс, 11. Короче, школа маленькая. Школа маленькая и старенькая будет, потому что ну тут слишком много классов, прикиньте, это же слишком много кабинетов делать. А там же для каждого класса еще кабинет отдельный, точно, блин. А каждый предмет, а я, знаете, я половина же предметов не знаю. Ну да ладно, я сделаю просто для 11 классов сразу. Короче, у всех один предмет, короче, они там кабинетом друг другом меняются. Потому что, ну, ребят, это же серьезно долго очень будет делать, потому что... А что ты будешь, ну, как бы... Ну, построил, допустим. Там же отдельные кабинеты, русский отдельный, это математика, своего кабинета почти нет. У нас кабинетов очень много, там безумно их много. Вот. Так, все, и надо это строить, блин, сейчас, подождите, я сяду просто на диван. Так, в какую сторону идти, я забыла, вот. Так, 3 на 4 даже. Один плюс вот таких вот кривых полов, можешь спокойно посчитать, сколько ты сделал. Ну, 3 на 3 я здесь делаю, да, а нам надо еще один, да? Даже 3 на 5, скорее всего. Или нормально, хотя. Не знаю, сейчас посмотрим. Или пол надо расширить. Типа, может, 4 на 5. Наверное, 4 на 5. Тут слишком узко будет. Слишком маленькие раздевалки будут. Тут же можно устать просто. Ну тут, да, тут еще чуть-чуть, может быть, если, чтобы расстояние было. Сейчас сделаем. В ту давайте сторону, да? Что нам, ту, где столовая, там уже просто места иначе не хватит нам. Так.
увеличиваем школу. Капец, вы знаете, подписчиков, если сюда позвать, то это же вообще ужас. Они тут быстро тебе школу забабахают. Ты им просто доски, да, и они тебе уже тут замок построят. И даже, знаете, они не говорят друг с другом. Им вообще на друг друга совсем пофиг. Им главное, что я там играю. И то, что я играю, они и больше всех работают. Надо еще один пол чуть-чуть подрасширить. Ну, там надо так. В эту сторону. Блин. Они со столовой соединяются. Ну, ничего, за стенкой могут. Стенку прорубишь, чип в столовке. Капец, сколько досок уйдет, если я уже первый этаж час буду строить? Это же кошмар какой-то. Добавим музычки небольшой. Это же капец. Сколько ролик тогда будет длиться? Блин, надо ускоряться чуть-чуть. Серьезно, слишком долго ролик, иначе будет длиться. Спамим безумно. Слушайте, а как? Давай досок 1000. 1000 досок. Окей. Тут 1000 досок. Наспамим 1000 сразу. Теперь стены. Кошмар какой-то, блин. Это же сколько реально надо делать. Ну ничего, сейчас думаю, мы управимся. Быренько. Не, теперь понимаю, для чего расширять-то надо. Мы так реально долго можем быть. Ну, у меня не получается так работать, поэтому только если так. Сварщик, сварщик, парень работящик, сварщик, сварщик, электронов ящик. Если хочешь денег много получать, то, конечно, сварщиком мечтай стать, а не блогером, как я. Блин, а мне-то там стена зачем строить, если вот тут у них уже стенка есть. Плюс. Можно не строить, они расширились так. Мне кажется, это больше, чем столовка я сделала. Раздевалку. Ну ладно, я еще сейчас обустраивать буду. Блин, прикиньте, мы уже час тут сидим. Почти час. Не, да реально, это, наверное, больше, чем столовка. Тут 5 на 5. О чем я не 1000 досок наспомнила? Как наспомнить 1000 досок? Тысяча. Почему нельзя поставить 1000? 1000. Ладно, будем от руки. Так. Опа. Работаем. Все. Мне кажется, там больше уже 1000. Ничего страшного. Нам главное сделать. Оп. Капец. Мне уже лагает от такого количества. Да хорошо, наверное. Сейчас это будет, да, вот так. Давайте по квадрату будете расширяться, да? Так. Здесь для первых классов будет раздевалка.
Для первых классов. Слушайте, я что-то не уверена, что мне это хватит для всех классов. Я рассчитывала, что мне хватит, а мне может не хватить. Тут максимум для... Блин, а мне не хватит. Это слишком много надо. А если вот так... Стойте, а если по одному? Ну вот. Типа... Вот раздевалка. По одной, давайте. С двух сторон. Капец. У нас примерно такая раздевалка. Или она, наверное, чуть-чуть совсем, может быть, если больше. Ну, блин, а школа маленькая. Вы что рассчитывали? Тут вообще кошмар. Тут классов. Прикиньте, я еще детдом тут не достроила. Это я тут сколько строить буду? Мне уже лень строить это. А надо? Что-то слишком узенькие какие-то, да? Или нормально хотя? Или ненормально? Ну в этот, в квадрат, сколько досок? Стой, подождите, сколько досок в квадрат? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это нормально? Или я там прихватила что-то, чуть-чуть? Надо между вот этими сделать. Блин, а вовремя? Ну, здесь хватит, а тут нет потом. Ну, ладно. С этой стороны три. А что, мне еще надо расширяться? Кошмар. Может, они без раздевалок жить будут? Ну, а что это много занимает? Не будут же они в такой? Или на одну расширить, наверное? На одну сейчас расширить придется слишком много. Детей. Блин, чтоб я еще раз строила такие большие постройки одна, так никогда в жизни, блин. Это же капец. Отель еще, прикиньте, строить отель. Ох. Поддержите меня подпиской, пожалуйста. Я сейчас сдохну. Нормально вроде бы. Ну, вроде бы красиво, да знаете. Меня лагает еще. Если у меня вылетит, это будет самая печальная для меня новость. Тут расширять надо на одну. На одну расширить надо. Может быть, там останется примерно столько же, но будет 4 еще, если. Ну, 2 класса. Ладно, 2 класса они могут. Там охранник. Мы нашли охранника, прикиньте, за эти все долгие годы мы нашли охранника. А я его почему под доской вижу? Капец. Ну ладно. Блин, зима-то еще. Мы без света, ребят, еще плюсом работаем, ничего так. Мне вообще хорошо. Очень. То сколько надо досок курилу тратить, чтобы достроить эту школу? Сраную причем. Никогда не любила школу, я теперь понимаю почему. Но тут... Ты на вот эту доску вот... Вот тут вот. Вот. Ну, вроде бы ровно.
почему я охранников только сейчас стала замечать? Он все равно ко мне не залезет. Я слишком... Слишком у меня много тут построек уж. Так, ну смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Мы расширили пол, тут еще семь, восемь. Так, надо еще чуть-чуть пол расширить, там иначе никак не пройдет. Или пройдет, я не знаю, ну, наверное, нет. 8. Прикиньте, у нас как столовка уже. Здоровая раздевалка, а нас еще надо больше. 8. Тут 9, 10. И 11 класс посередине пусть будет нафиг. Ладно, вот так расширим. Капец просто. Сколько мы строить будем? Да я уже не хочу переключать там просто день с ночи, потому что я думаю, я иначе это слишком много утратит во мне всего. Мы охранника просрали, ребят. У нас был охранник и исчез охранник. Он ушел отсюда. Он увидел эту постройку, скажет, да ну ее нафиг. Потому что я впервые в жизни вижу такую большую, наверное. Если бы я играла с подписчиками, так это ж вообще кошмар бы был, наверное. Реальная школа. О, утро. Я не знаю, о чем еще с вами можно поговорить. У меня нету вариантов. У меня есть вариант только достроить эту школу. И все. Капец, я столько еще досок наспавнила. Ну, плюсом. Зато не надо мне много отвлекаться. Хотя ходить надо много, но тоже ничего страшного. Если вот эти большие использовать как потолок, серьезно уже, потому что это много. Так. Вроде бы нормально, да? Нам надо, чтобы 11 классов влезло. Мне еще это сейчас все обустраивать. Это же сколько надо всего. Капец. Ой, ну ладно, я готова на все, потому что я хотела выполнить эту цель, достроить школу. Поддержите меня подпиской, пожалуйста. Я буду в шоке, если подписчики сейчас еще смотрят это видео, потому что это кошмар какой-то. Нет, вон наш охранник, мы его не потеряли. Он здесь, он жив. Он еще живой. Так, подождите, я там забыла сделать с той стороны. Тут стенки. Так. Не, если был бы со мной Денис, бы это было бы намного лучше. Он бы пришел, я бы быстрее построила. Я тут максимум на 3 часа застряну, чтобы построить эту постройку. Ну что, обещала же построить. Строим. Если это видео еще не наберет столько просмотров, сколько я захочу, это же кошмар будет, да? Трагедия, я буду плакать. Давайте это видео наберет 5000 просмотров. Или, не, давайте 20 000. 20. Или больше. 50 000 дайте просмотров наберем. Потому что я тут на 3 часа застряла. Точно. Так. Не, я больше не буду расширять эту. Нафиг надо.
Так, давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тут 9, 10 и 11 класс. Все, влезут все. Не, я точно такую же школу, как у меня, не смогу построить. Это надо вызывать спецназ всех моих подписчиков. И пусть они идут, работают все. Просто все пусть идут и работают. Это же капец. Я хочу взять большую доску и ею сделаю пол. Это иначе просто очень долго будем строить. Раз у меня отдельно еще плюсом там лестница, то тогда это будет проще. Я могла же взять спокойно эту доску большую и сделать, но я дурочка, что сказать. Главное, влезли 11 классов. Мне кажется, я тут миллион досок наспавнила. Ну ладно, это плюсом. Я потом спущусь, посмотрю, как это будет выглядеть со стороны. Блин, а там же неровно. Хотя пофиг уже. Мне уже все равно. Мне уже все равно на ровность. Главное достроить эти сраные 3 больших этажа. И я потом пойду отдыхать, рисовать уже. Так, все, идем брать вот эту вот доску. Большую. Просто бежим уже нафиг. Смотрите, это же капец какой-то. Это же кошмар просто. Это я столько построила. Вот если вот так пройти, это же кошмар. Ну столько с подписчиками 2 этажа не строили, сколько я тут построила. Капец. Это столовая, плюсом этот. Мама, иди сюда. Смотри, сколько я построила. Это мне еще 2 этажа таких надо построить. А видео уже час длится. Так. Стойте. Ну-ка, насколько это... Ого себе. Блин, а я не смогу пройти. Да и все равно. Нам главное достроить уже. Это слишком много досок, иначе займет на этот. На по одной, если. А так целым разом. Ну, можно так поставить, только это впритык прямо, тут не прыгать ничего. Да вроде бы нормально, знаете. Мы не потеряли? Там уже 2 наших работника, прикиньте, 2. Они размножаются. Обалдеть. Это сколько надо досок, чтобы этот потолок построить? Не, ну нормально же, да? Сойдет. Если криво, то поправим, да? Это ж капец какой-то. Так, где граница у этого? Ага. О. А, она ниже сделалась, она надо выше. Вот как мы, да. Вот. А так хорошо, да? Тут щель, правда, небольшая, ну, в принципе. Главное, нам 2 наших работников не потерять. Смотрите. Не, нормально. Я думаю, я не вижу смысла этого пола. Мы его можем разобрать.
поставить, если что, где он нам пригодится. Потому что, как я вижу, он нам пока что тут нафиг не нужен. Блин, а тут же сейчас много я досок наспавнила. Что делать потом с ними, я не знаю. Блин. Пока выкидываем их. Это все, что я могу придумать, что с ними можно сделать. Или хотя поверх, что поверх на этого. Поверх пусть будет. Так. Все равно уже. Нам главное достроить и выкинуть оставшиеся ненужные доски, наверное. Так, давайте. Идем за теми, которые валяются. Зачем новую спавнить, если вон сколько их тут? Так, аккуратно. Так. Так. Ну-ка. Ну, здесь такой небольшой совсем пробел. Ну, в принципе, думаю, так и должно быть, да? Сейчас мы его просто закроем, этот пробел. Все. Так-то нормально же. Тут только небольшая щелька. Ну, пофиг. Тут тоже пофиг. На щельку. А. Да не, нам надо тогда все доски тогда так сделать. А то, блин, а что-то не то. Ладно. Страдаем фигней, что сказать. А сколько я их там наспавнила там? Я не знаю, сколько я наспавнила. Ну ладно, мы не будем именно их выкидывать. Мы выкинем те, которые с потолка. Потому что я думаю, они нам не пригодятся. Уже? Свистнем. Ну-ка, где наши два работника? Стоят. Они почему-то на меня не хотят нападать. И они просто стоят. Они идут просто. А чё не бегают? Ничего за мной даже никто не бегает. Капец. Там они уже подняться бы могли давно. Они игнорируют меня. Они меня игнорируют. Предатели. Так. Ой, я уже есть хочу, да? Сейчас мы еды надо наспавнить нам. Еды и воды. Воды мне хватит столько. А еды надо нам посерьезнее. Типа... Сейчас. Где вот это вот блюдо? Вот оно. О. Но оно больше дает, да? Мы вот это оставим, а вот это выпьем. Все нормально, все, можно жить спокойно. Я потом Денис еще скажет, что я не работаю. Ну, видео час идет час. Прикиньте, вот теперь оно идет час. Это кошмар. Это просто кошмар. Ой, а что у меня тут? Кривовато. Так. О, так, тут ровно и тут ровно. Ну-ка. Не, хорошо, чё? Нормально. Вот в чем пригождаются такие доски. Но для классов, я думаю, я буду использовать чуть-чуть другие. Я же буду по-другому там расширять все. Капец. Как проходить здесь, я не понимаю.
Так, где заканчивается здесь все это дело? Вот, вот предел, да, грань. Вот мы ее вот так. А, ты не достаешь, да, до конца? Здесь ты только если прямо, да? Окей, ну прямо поставим. Прямо тоже хорошо. А все, дальше можно вот этими обычными обстроить, и все нормально будет. Это надо наверх подниматься. Так это не получится просто так. Капец, тут пол, смотрите, ровный. Так, можно тут подправить. Ой, блин, я не ту взяла. Встань обратно. Блин, а обратно, я же говорю. Тут же не было щели, не было, а тут все. Чуть-чуть только, если. Ну, мы закроем, если что. Ща прикроем. Она нам не нужна. Чуть-чуть. Так. О. Ну, вроде бы нормально. Она что, закрылась? А-а-а. Понимаю. Во как ровно, да? Тут еще щель. И все. Ща мы подправим все. Мигом. Где еще щель была? Вот тут была, да? Сейчас надо наверх подняться, только посмотреть, как там. Захватим с собой доску. И проверим. Не, ну школа капец. Кривой пол, да и пофиг. Вы мне можете даже ничего не говорить, то что пол кривой. Я его строю тут уже час. Это слишком долго по одной доске строить. Слишком. Максимум могу поправить вот этими вот досочками вот так. Ого. Ого себе. Смотрите, это сколько я построила-то. И это все пустое еще. Прикиньте, это все пустое пространство. Кошмар просто. Я буду в шоке, если я это дострою, и буду очень рада. Очень рада. Потому что, блин, просто посмотрите на это же прекрасно. Я построю второй этаж, и я думаю, ну тут на классов хватит все. Класс будет примерно 2 на 2, и хватит, думаю. Ну, или же 3... Нет, 3 на 3, 3 на 3 там. Потому что больше... Если меньше делать, то слишком уж маленько будет. Так, я вот здесь вот так поставлю, потому что там назло какой-то эта доска не так стоит. Жалко, я внизу так много досок наспавнила именно. Ну, ладно. Все-таки что жалеть-то? Зато здорово, да? Блин, тут щели кошмарные будут, да? Ой. Капец, тут щели просто. Это же не толстые доски. Капец, просто щели. Но если ниже делать... Хотя, может быть, пофиг. Просто мне внизу быстрее, а там иначе уродские щели. У нас основная часть как-то другая, наверное. Поэтому ладно, пофигу. Будем строить внизу. Так быстрее. С
скорее всего. Потому что смотрите просто, какие тут щели иначе. Вот. Максимум так. Ты же слишком иначе высоко. О май гад. Но они толстые, потому что... Все без света. Мы просто вот так вот построили. Ну ладно. Наугад. Но зато хорошо. Зато нормально. Первый этаж, ну, я уже давно, наверное, ролик закончила, но я еще не обустроила это все, я еще не доделала же это все. Я думаю, 3 этажа тут я явно не смогу сделать, сделаю, наверное, на 2. Но я просто знаю, что на 2-м этаже там будет просто классы, только классы и все. Блин, тут щель. Кошмар. Кстати, я за весь ролик поела только 2 раза. Прикиньте. Только 2 раза. Ну, ладно. А, там уже заканчивается эта щель. Ну, мы будем в другую сторону строить. Мы будем строить в ту сторону. Классы. То, что там криво иначе будет. Я тут не достроила, видимо, да? Тут не хватило нам досок. Ну ладно. Я сейчас еще это все обустраивать буду. Капец просто. Это же кошмар. Или сразу, наверное, 2-й этаж построить, может быть. Хотя мне потом будет лень обустраивать, я знаю, но... Что еще остается делать? На 3-м этаже нам надо... Блин, еще ж на улице надо сделать вот этот спортивный зал. На 3-м этаже просто, я знаю, будет типа только большой спортивный зал и вот это директора и заучи. 2 или 3 кабинета максимум. Меня на больше не хватит. Я знаю, директор соцпедагога должен быть. Там же еще мужские и женские туалеты. На 3-м этаже сделаем. Мужские и женские туалеты на 3-м только. Она дальше на больше сил не хватит. Ну все, я достроила, да? Теперь осталось только выкинуть вот эти 2 доски. И дальше все пойдет как по маслу. Пока не закончится их. Во, все закончились, слава богу. Все, давайте. Нам надо вот таких много света. Очень много таких света. Так, сюда поставим. Пока что сюда поставим. Сюда поставим. И сюда поставим. Чтобы сделать вот таких равномерно, как бы. Не, ну вроде бы, знаете, даже нормально. Так, тут должны стоять, я знаю, вот это вот. Я не помню, как называется это. Ну, короче, кто встречает у школы тут. Поэтому сейчас мы заспавним все, что нужно здесь. Нам нужен стол. Стол. Нормальный такой столик. Сейчас найдем. А почему я не могу его найти тоже? Вот как надо, его фиг найдешь, а как не надо, так ты его быстро находишь. Туманное утро. Вот именно этого я сейчас и хотела, да? Где нужный мне стол? Мне именно тот стол нужен. Вот он. Потом надо поставить, наверное, какой-нибудь шкаф. Шкаф, да. Только какой?
вот этот ящик, вот этот шкаф, потом поставить стул, вот этот, кнопку поставить одну, поставить пивмат на всякий случай, пусть стоит, цветочек поставим. Может быть, ковер. Ну, ковер черный надо, да. Черный ковер у входа. Сейчас вот. Это для входа примерно. Хотя у нас тут больше места, но мы что-то сделаем. Так, на каждую раздевалку нам надо. Давайте вот сейчас каждую раздевалку мы сделаем. Вещи, которые нам нужно сюда поставить. Нам надо поставить сюда обязательно вот такое. Два шкафа таких. И вот у нас в школе вот такие используют. Вот такое вот используют. Я кружочком показываю. Но такого тут места не будет. Поэтому вот два таких. И поставить пуфик. Надо обязательно какой-нибудь-то вот такой. И все, да? Ой, я уже взяла его даже. Ну, давайте. Пока что обустроим вход. Вот. Ну, примерно вот здесь, да, поставить шкаф. Она должна вот же вот тут прям у входа сидеть, да, бабка эта? Блин. Ох, нормально, ну да, нормально, в принципе. Ковер у входа, ноги вытираем. Сейчас убью пивматом иначе. Ага. Блин, а пол как... Она до пола почему-то не достает, блин. Сейчас. Нам надо, чтобы все доставало до пола и как раз вот прям до входа, да? Все достает, да? Нет, она не доставала все это время. Что я делаю тогда? Почему она не хочет стоять как надо мне? Вот. Блин, она прям туда. Ну ладно. Так, поставим теперь сюда. Прям вот. Во, смотрите, это же гениально. Вот сюда прям поставить, это же круто, да? Гениально прям. Так, поставим вот сюда цветочек. Пивмат. Поставим стул. Вот сюда. Вот. Да, и кнопку, типа, ну, вызов какой-то, я не знаю, будет. Если... Вот. Лично у нас в школе стоят разные там пуфики и еще что-то в этом роде. Поэтому я думаю, можно поставить сюда пару пуфиков, пару диванчиков, там не знаю. Можно вот сюда в угол, кстати, вот там пусто. Я думаю, туда идеально впишется какой-нибудь цветочек. Вот такой можно. А еще, ну, у нас в школе просто стоят много разных пуфиков, вот это вот всего, я диванчиков. Поэтому я думаю, можно поставить пару диванчиков. Такой и синий такой же, да, где-то был, если я не ошибаюсь. Если есть такой синий, то вообще хорошо будет. Он же должен быть. Или черный, я, если не ошибаюсь, такой есть. Вот, синий. И нужно... Вы что, издеваетесь надо мной? Смотрите, какое здоровое здание. Как зайти? Я все закидала досками. А вон мои охранники как раз таки. Сейчас пол починим. Чинили. Так. Нам надо еще. Так, мусорка нам нужна. И нам нужны всякие вот такие мини-мини столики кругленькие, вот. Чтоб поставить можно было.
Мусорка, я думаю, ее можно поставить будет вот сюда. У нас коридор. Я примерно что-то похожее делаю на нашу школу, но наша школа намного больше, намного вот этой. Поэтому я могу сказать, что это просто наподобие. Что-то я возьму, что из нашей школы, а что-то, что не из нашей. Вот у нас в школе вот стоят диванчики, мы можем сесть, у нас там картины висят разные. Школа, конечно, хорошая, наверное. Ну, нормально. Мне нравится, главное. Ну, можно же туда посидишь такой. Все нормально, в принципе. Можно поставить еще картину. Хотя нет, там картины у входов сначала нет. Тут еще, вот такой пуфик есть же. И сейчас синий. Там же такой еще синий есть, да? Поставить, и все вообще круто будет, да? Вот сюда примерно в угол. Это же вообще круто будет, да? Что, он висит, что ли? Да нет, вроде стоит. Надеюсь, стоит. Так, а вот сюда вот этот. Не, вот этот стоит, а этот висит прям. Вот. Готово. Смотрите. Неровно, но готово, в принципе. Нам надо поставить столик, наверное. Хотя нет, столик не обязательно. Просто можно вот так посидеть тут и все у входа. У нас обычно на первом этаже есть кабинеты, но я устану их делать слишком. Если я буду делать точь-в-точь, как нашу школу, так это надо прямо много этих людей, либо же пусть просто Денис со мной бы был бы, и все это было бы намного легче. Ставим цветы. Цветов, конечно, у нас не прям так столько много, но можно. И картину можно. Давайте вот здесь картину хотя бы повесим. Просто там пивмат висит из-за этого. У нас примерно вот так вот. Ну, как бы типа в коридоре, чтобы бегать можно было. И все. Ну, нормально, думаю, да. Теперь столовая. Нам нужно тоже тут 4 таких светильника. Где эти светильники только? Угу. А где они? А вот они. 1, 2, 3, 4. Вешаем вот сюда 1. Вешаем вот сюда 1. У нас вообще в школе есть такое прям здоровое кафе. И мы можем типа спокойно покушать там. Но я думаю, как у нас такая, знаете, не совсем богатая тут школа, поэтому можно тут не делать кафе, тут просто обычно как столовая. Но вроде бы свет равномерно, как я думаю. Вроде бы нормально. Стойте, тут же есть вот... Вот это, и здесь вот это есть. Я просто думаю, вот эта вот штука, она нам пойдет как это для столовой. Здесь же куча варят, вот это вот все. Можно вот тут поставить ее здесь, как бы заходишь, варишь, там все готовишь. Вообще здорово. Так вот чуть-чуть вот так. Ох. Не, или высоко слишком. Слишком высоко, наверное. Чуть-чуть ниже. Во. Ну, так нормально, да. Что нам пригодится для столовой? Нам пригодится... я не знаю, есть ли тут холодильник, потому что лично я его не могла найти. Поэтому поставим просто 2 вот такие плиты. Поставим... Еду обязательно. Сейчас я, кстати, поем. Пока вот так 2 плиты, да? Сейчас посмотрим уже все остальное. А почему я не могу брать плиту? Вот я поняла, что.
Главное, чтобы у меня не вылетело. Это будет предательски. Обидно. Это предательство. Потом от Икеи я не буду играть в Икею, если она так будет делать. Если она будет меня отсюда выгонять. Так. Это нормально вроде бы, знаете, плита такая. Ну, нормально, нормально. Я бы сделала больше кухню получше, но это же школа. В принципе, ну, сойдет. Нам надо выбрать стол, который, типа, большой. И подойдет нам для столовой. Там я вот прям сверху вот этот видела. Я думаю, он идеально сюда впишется. Да? О, как раз ночь прошла. Ну да, два вот таких стола тут поставить. Или же, знаете, вот сейчас вот так перевернуть и вот так вот поставить вдоль. Сейчас мы еще один стол максимум вот влезет тут. Вот. Все, больше не влазит. Закончено, короче, место. Ограничено. Так, еще можно вот тогда заспавнить. Что? Да вообще идеально. Вот такие два стола есть. Имеются. Да нормально для столовой. Таким он, я до сих пор это все обустраиваю. А мне еще второй этаж делать. Три, то есть. Сейчас, ребят, полежите немножко тут. Так, все, ребята, я вернулась. Во. Нормально для столовой я рассчитываю. Можно поставить вот такие стулья. Я их просто вот так натыкаю и все, в принципе. Так. Сколько стульев надо, в принципе? Ну, не знаю. Поэтому ща наделаем. Просто нас натыкаем, наставим, главное. Здесь у меня 4 стула влезло. Я представляю, сколько классов должно быть, чтобы влезли. Ну, короче, все остальные на полу едят. Школа маленькая. Я горжусь своей постройкой. Хоть она и кривая. Я снимаю сейчас. Хорошо. Ой, блин. Я кого-то взломала тут. Извините, ваши близнецы. Я же говорю, в самом начале ролика, ну, когда я уже тут строила, там просто выбиваете двери. И все, можно хоть спокойно. А как тут стулья запихнуть? Ну, типа, тут же уже поставлены. Вот здесь. Так, нам надо еще 9 стульев. Таких. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вроде бы 9 поставила. Так. Короче, еще никто в столовую не пришел. Ну, естественно, еще в школу даже никто не пришел. Пока что логично. Так. Так. Что-то тут единоличник. Уселся, блин, такой весь. Второй стул тут не влазит. Или влезет. Да нет, парочка сидеть будут все. Все влезет, в принципе. Давай, двигайся. Нормально. О. О. О.
А я что, больше стульев наспамнила? Капец. Что сделать с этим? А, тут еще больше. Тут нифига не 9. Выкидываем. Мы же миллионеры. Два стула лишних. Офигеть. Мое умение считать. Да нормальная столовая, в принципе. Что можно добавить здесь? Можно добавить бананы, три яблока. Так. У нас в школе есть бургеры. Пока вот так натыкаем. Есть у нас сосиски в тесте. Вот эти вот порции, думаю, подойдут типа для чего-то. Вот так. И вот так. Я просто поесть, чтобы. О, кончилось. Ты. Закончилось. О. Угу. Мама, купите... А, ну хорошо. Так, все, расставляем сюда еду, короче. Что, я ее вот так вот возьму, надела и все. Чтоб не ходить за ней. А, у меня уже переполнилось. Ну все, вот сюда сейчас так выставлю все. Сосиски. Все же сосиски это, да? 4 сосиски. У нас, конечно, не так ровно все лежит. Ну да и ладно, кого это волнует? Лично меня нет, потому что мне еще один этаж надо строить. Хотя волнует, наверное, потому что криво чуть-чуть. У нас кассового аппарата тут нету, конечно. Ну и ладно, что поделаешь. Так, еще. Еще 3 материала влезу. Так, давайте. Что, яблоки кинем? Давайте яблоки. Вот здесь так яблоки положим. У нас вообще в школе как-то невкусно кормят. Вот если не считать вот этой кафешки. И все. Ну, ладно. Это все равно. Я когда буду учиться, наверное, будет видео максимум одно выходить. Потому что я не успеваю, не буду успевать снимать вообще, в принципе. У меня будет слишком, я буду много занята, будет очень мало видео выходить, поэтому за лето, пока у меня летние каникулы, уже июль, я буду снимать. Монтировать буду иногда, либо в школе иногда снимать буду через шортс. Надеюсь, активность останется такой, какая и будет. Буду стараться на выходных максимально снимать и не забрасывать канал. Но часто вы можете заходить на телеграм-канал, потому что я там буду, ну, почаще выкладывать все, буду рассказывать все о себе. И там будут очень много жестоких иногда моментов. Может быть, если там что-то произойдет, и я буду выкладывать это в телеграм-канал. Я вряд ли я буду снимать, когда там что-то произойдет в YouTube, потому что это детский контент, а телеграм-канал, ну, в принципе, детский тоже контент, но не настолько. Можно, в принципе, там иногда и маты тоже хорошо появляются, и от меня, и от всех остальных. Поэтому... Да нормально, вы знаете, я раскладываю все. Можно вот так теперь порции забираем. Все. Что-то. Ничего такого интересного нет. Кстати, мы просрали моих работников. Нет, вон один. Вот один. И все. Прикиньте, мы одного работника просрали. Кошмар. Я не знаю, как... Нет тут как заспамить тарелку, поэтому... О, 7 порций. Ешьте,
люди, вы будете только это есть. У нас вообще как-то это все в других формах лежит, но я не знаю, как просто это сделать в Роблоксе, и у меня нет столько гениальных идей. Так, во-первых, я устала, во-вторых, у меня очень сильно сейчас болит горло из-за того, что я слишком много разговариваю. А если я не буду разговаривать, будет скучно, и мне, может быть, придется монтировать. Хотя я не очень желаю монтировать видео, которое длится уже как час. Скоро явно будет длиться, наверное, 2 часа. Прикиньте, это только первый этаж. Мы только первый этаж строим. Кошмар. Кстати, если попить, тут, наверное, ничего не будет. Но у нас в школе стоят фонтанчики, и мы типа через них пьем. А я поставлю, наверное, просто поставлю шкафчик с такой небольшой водой, и все, и пейте на здоровье, люди. Главное, меня не трогайте, и все. Я хочу сделать типа как сверток банана, вот типа они вместе соединены. Но у меня это не получится. Или получится, или нет, или да. Вот же в чем вопрос. Да получится, только как рукожопник, ну, в принципе, что от меня еще ожидать. Криво, конечно, но нормально, в принципе. Так, давайте добавим еще в столовку что-нибудь. Я предлагаю добавить... Что же еще можно добавить, блин? Ставим, наверное, мусорку. У нас она просто есть. Поставим... О, уже утро, офигеть. Кстати, мигпункт должен же быть в школе. Ну, все это на 3-м этаже. Вообще на 1-м делается. Ну, это никого не волнует, знаете. Давайте поставим вот такой стенд, и в нем вода будет. Сейчас так развернусь, водичку, чтобы поставить, потому что лично я не хочу просто делать в коридоре, это долго. Ставим вот так. Ставим еще вот такую картину и пару цветков. Все. Думаю, больше и не нужно. Если нужно, то это не ко мне вопросы. Здесь типа бесплатную воду. Хотя не, можно, знаете, что сделать? Тут, да, тут, вот тут, вот тут. Потому что там вообще пусто сзади. Как-то вот сюда поставить это все сейчас. Картину повешаем. Так. Я хочу, наверное, вот так сделать. Это пока такая висящая полка. Кривая, ну и ладно. Не, знаете что, я не хочу вот эту ставить. Мы ее можем, конечно, поставить в другом месте, но не здесь. Мы ее выкинем сейчас и поставим вот эту вот штуку, которую я вам показывала для игрушек. Же вот эту вот используется. Да кому это нафиг? Я нашла холодильник, прикиньте. Никогда не могла найти холодильник здесь. Ну ладно. Нашла этот шкаф. И туда можно, думаю, сложить и, в принципе, водичку. Потому что здесь очень мало, ну, мало места заполнено. Я думаю, в принципе, если мы так поставим, то будет нормально. Ставим вот сюда цветочек от сердца и почек. И вот туда цветочек тоже от сердца и почек. Прекрасно. Работаем. Не то слово. О, уже сколько я сделала? 12 всего бутылочек. Окей. Так. Так, расставка небольшая. О, хорошо.
Тут же еще для физры там раздевалки должны быть. Блин, все на третьем этаже. Максимум все на третий запихнем и хватит, короче, с меня. Я не уверена, что меня хватит еще на до третьего этажа. Я не уверена, что дотяну, но ладно, постараемся. Нам потому что у нас же еще раздевалка там не заполнена, блин. Денис, жалко, что ты не смог, потому что вот ты мне тут бы как раз сейчас помог, так хорошо бы помог, потому что, блин, ну, давайте возьмем вот эту водичку и знаете, куда сейчас понесем, вот сюда. Вот, тут, короче, типа бухает. Все, ну, нормально, ладно, сойдет уже. Меня уже ничего не волнует, я устала. Так, ставим вот это сюда. Не, я пока вот это вот все так, знаете, выкину чуток, потому что мне не влезает. А я свет забыла поставить. Ну ладно, без света пока. Блин, там сзади. Да пофиг, знаете. Какой я плохой человек, сейчас напишут в комментариях. Обещала подписчикам сделать и не доделала. А я знаете, что скажу? Я одна это все делаю, а рассчитывала, что мне поможет Денис. Ой, что-то он слишком какой-то, знаете, большой. То сколько вещей надо, сколько дети вещей имеют. Так, и это надо сделать в каждую раздевалку. Ну, чтобы, ой, чтобы все могли спокойно переодеваться. О, криво, но нормально. Сойдет. Сейчас поставим все нормально. Деда, тут вообще мало места. Это что делать надо тогда? Слишком мало места, безумно мало. А чё этот шкаф, ну, только один, что ли? Один, ладно, поставим нам на больше, видимо. Не хватит, тут просто безумие какое-то. Ну, слишком маленькие раздевалки, ну и на большую мы не можем позволить. Вот, для первого класса сойдёт. Ой, свет, я как раз захотела свет заспавнить. Надо тут много света, конечно. Пригодится очень много света. Потому что смотри, какая там чернота просто. Так, сюда одна лампочка. Так, сюда. Так, сюда. Ну, в каждую вот эту вот раздевалку, я думаю, вот так по одной лампочке запихать. И в коридоре еще. Так, сюда, блин, так головой же биться можно, убиться сразу. Так, сюда. Ну, знаете, для раздевалок, я думаю, столько нормально. Так, сюда ставим. Да я надеюсь, нам хватит тут бы еще для вот этого вот всего просто. А, ну да, нам надо еще чуть-чуть света заспамить. Еще так и еще 4 лампочки. 4. 1, 2, 3, 4. Максимум 4, я думаю, тут будет достаточно. Хочу, что-то мне кажется, слишком большая зона. Ну ладно. Эту комнату мы, короче, чуть-чуть сжали. Ну, в принципе.
Я не удивлена. А. Где выход-то? Я запуталась. Это и это. Ну, и это, и это. Ну, они чуть-чуть совсем так, знаете, расширили ее. Ну, ладно, в принципе, я не против. И вот здесь одно. Чтоб было светло в школе, да? Тут вообще у входа темнота. Смотрите. Ну-ка, если вот так пройти. Это ж капец какой-то, да? Это просто не школа, это кошмар. Так, смотрите, что мы запоминаем? Мы ставим две вот такие тумбочки и все, в принципе. Да, и давайте в каждую раздевалку суем именно это. Так. Давайте сейчас по тумбочке в каждую раздевалку тыкнем. Так. Так. Сюда одну раздевалку. Штучку. Сюда одну. Сюда одну. Знаете, так долго же будем, да? Проще так, знаете, одну сразу сделать. Забираем отсюда вот. Для этой зоны тут просто нету, а я тут уже начала, так видите, как видите, в принципе. Ну, ничего страшного. Знаете, что я подумала? Там тут же еще вот эта вот вешалка, я сейчас две заспавню. Вот эту вешалку надо взять. Я хочу ее просто вот тут вот. Так. Все друг на друга похожи. Как ни крути. Близкие люди, я и ты, ту-ту-ту-ту-ту-ту-тун, тун-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 тун. Может, попеть мне вам, потому что я не знаю, что еще можно говорить, а монтировать я это не планирую. Так, давайте. Какую же песенку бы вам спеть? Так. С чего там начинается? Я не помню, с чего начинается песня, ну да ладно. Ты поставишь мне лайк, я не подпишусь. Подпеваю колонки, ты целуешь меня. Скажешь мне, что я шорт, скажешь, что твоя. Ты такой бесячий, ненавижу тебя. Ты флиртуешь со мной. Это ведь ты шутя, если я не приглашу тебя на чай, ты сожжёшь мой дом, страшно, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ты похож на кота, хочу забрать тебя домой, в моих глазах темнота, а в твоих глазах покой. Расскажу тебе все, что я надумала за год. Ведешь домой не спеша, меня там никто не ждет. Ты похож на кота, хочу забрать тебя домой. В моих глазах темнота, а в твоих глазах покой. Расскажу тебе все, что я надумала за год. Ведешь домой не спеша, меня там никто не ждет. Ты похож на кота. Не спою про снежинки в этом году. Если я задохнусь, то точно не в снегу. Посмотри мне в глаза, мне так легче дышать. Шея пахнет тобой, я буду крепко спать. Воскресное утро, 4 часа. Скажешь, что скучаешь, скажешь, что твоя. Мы похожи на клоунов, мы всех раздражаем. На улице жарко, мы уже замерзаем, мы уже замерзаем. Ты похож на кота, хочу забрать тебя домой. В моих глазах темнота, а в твоих глазах покой. Расскажу тебе все, что я надумала за год. Ведешь домой не спеша, меня там никто не ждет. Ты похож на кота, хочу забрать тебя домой. В моих глазах темнота,
а в твоих глазах покой. Расскажу тебе все, что я надумала за год. Ведешь домой не спеша, меня там никто не ждет. Ты похож на кота, хочу забрать тебя домой. В моих глазах темнота, а в твоих глазах покой. Расскажу тебе все, что я надумала за год. Ведешь домой не спеша, меня там никто не ждет. Так, ну это первенькая песенка такая. Я ее просто часто слушаю. Я не помню, с чего именно всего это начиналось, но я вспомнила только начало, если честно. Давайте я вам, может быть, еще что-нибудь спою, если я вспомню. Некоторые песни я просто уже вам пела, но это было давно. Давайте, наверное, по второму кругу что сказать. А больше вариантов и нет. Что, я уже... Смотрите, сколько я простроила. Я вот, смотрите, построила немножечко. Так-то немного, но, в принципе, ладно, нормально. Давайте подумаем, что я могу вам еще просто спеть. Мне сегодня 18 лет, дай зажигалку, выключи свет. Никого звать тут, никого нет, задуваю свечи под свист ракет. Я так давно бегу, что не знаю от чего. Я так молода и не знаю всего. Тебе тоже противно от себя самого. Поцелуй на прощание и дай обещание. Мы встретимся дома в Киеве в мае. Я помогла писать портреты, жить ради кого-то, знать, где я проснусь завтра и не бежать от чего-то, делить сигареты честно, любить идиота, спать и не бояться, не ждать конца эпизода. Я помогла писать портреты, жить ради кого-то, знать, где я проснусь завтра и не бежать от чего-то, делить сигареты честно, любить идиота, спать и не бояться, не ждать конца эпизода. Сейчас я вспомню, что там дальше было. Все снова. Давно раскрошен мой родной город, я кричу в пустоту, я пою глухому, я так давно бегу, что не знаю от чего. Я так молода и не знаю всего, тебе тоже противно от себя самого. Я не помню дальше, что вроде бы было, я совсем давно эту песню не слушала. Ну смотрите, я сделала так, чтобы... Типа, сразу сейчас обустроить и все. Я тут забыла поставить доску. Ну ладно, там шкаф, в принципе, прикрывает ее. Так, нам надо достроить. И, в принципе, можно ко второму этажу переключаться. Смотрите, я уже почти 2 часа снимаю видео. Я не уверена, что я буду еще сегодня снимать, так как я уже 2 часа сижу. Я, может быть, сниму максимум тока-бока одну серию и помонтирую просто вот видео-шотс и все. Потому что лично я уже устала безумно. Я очень много сегодня смонтировала безумно. Поэтому не вижу смысла снимать отдельно еще с подписчиками. Я вообще, было бы тут хорошо, если бы я поставила еще ковры. Но это очень уж долго. Безумно. Поэтому можно не ставить, думаю. Так, сюда поставить. Уже, знаете, ночь, день. А я как-то уже привыкла. Тут мы уже... Вон наш один охранник стоит, другой уже, потому что мы нашего где-то просрали. Другой пришел. Ну ладно. Пришел, да и слава богу, хоть какой-то. Они, правда, на меня не нападают почему-то. Ну и ладно. Так. Ставим, короче, и работаем. Все постепенно.
Я совсем сжалась как-то. Ну ладно. Мне уже, я очень устала, я не знаю уже, что говорить, мне больно говорить, мне безумно больно говорить. Но я терплю изо всех сил и просто... Сейчас, наверное, я умру быстрее, я напишу Денису, покажу ему этот дом, вот эту школу напоследок, и все, наверное. Ой, я уже хочу есть тут даже, ну ладно. Я как пришла с улицы, я, наверное, только сразу села делать видео. Сейчас мне надо еду найти. Вот она, еда. Мне не хватало еще умереть. Если я умру, это будет печально. Очень печально. Так. Все, напились, все. Работаем дальше. Так, нам остался один. Да, один только обустроить и все. Я пока так сделаю, я вот так проскочить, чтобы поставить вот сюда шкаф. Я завтра, наверное, ну, посмотрю видео, напиши, вот кто, вот сейчас проверим, кто досмотрел до этого момента, напишите, что еще я могу построить. Ну, я буду брать из тех идей, которые мне писали. Мне писали построить вновь детдом. Можно, конечно, ну ладно, потом, может быть, построим еще раз детдом, потому что тот раз я не достроила его, и как-то все было лениво, сделано некрасиво. Смотрите, я все достроила. Второй этаж, наконец-то, просто, смотрите, какой гигантский это дом. В смысле, на первый этаж... Одну доску сейчас заспавним, подождите. Что это такое? Почему там дырка? Я же проверяла вроде бы все. Почему тут дырка? А, я же убирала отсюда, да? Ну ладно. Так. Нам надо поставить одну доску. Для того, чтобы сделать... Сделать второй этаж, да? Нам надо только его так подставить, чтобы... Криво, кошмар. Ну, вроде бы нормально, да? Или нифига. Ну, сейчас посмотрим. Капец. Как-то криво очень. Очень криво. Это надо... Сейчас. Ну ладно, вот так вот максимум. Знаете, ребят, вот я хочу достроить дом, но я понимаю, мы строим уже 2 часа. Я построила за эти 2 часа только первый этаж самостоятельно. Смотрите, какой результат. Мы построили вот такую офигенную столовую. Мы построили вот этот вот первый этаж. Он, думаю, не настолько, конечно, красив, но я очень долго строила это все. Я не могу, у меня болит безумно горло. Я сейчас включу свет, чтобы вы просто понимали так. Да включись ты. Я просто сейчас спущусь на первый этаж. Вот, смотрите, это просто же кошмар какой-то. Я построила только первый этаж. Я не буду, наверное, Денису показывать это. Потому что, ребят, простите, пожалуйста, но я не справилась. Это слишком много. Я не могу самостоятельно построить целую школу. Я не уверена, что я смогу построить, потому что я не могу. Я на этом моменте уже сдаюсь. Я знаю, что я сильная, конечно, девочка. Я не уверена, что просто я смогу это построить. У меня безумно разрывает горло. Я хочу просто уже отдохнуть пойти, но я понимаю, что я не пойду отдыхать, пока я не дострою, наверное. Потому что я просто обещала вам построить, и я как-то некрасиво немножко поступаю, что не достроила его. Ладно, продолжаем.
через боль, через вот это вот все мы продолжим. Я думаю, я на втором этаже уже сдамся, скорее всего. Но я постараюсь не сдаться, ребята, изо всех сил держусь, честно говорю. Два часа ролик. Я понимаю, что лучше, наверное, его смонтировать, но я самостоятельно это уже не смогу сделать. Мне уже очень тяжело. У меня разрывает полностью горло. Мне просто тяжело говорить. Мне просто полностью тяжело строить тут одно это все. Я постараюсь, ребят. Я изо всех сил, я вам говорю, я постараюсь. Пока что я просто вот так построю стены, наверное. Пока что просто строю стены. Я не уверена, что я смогу достроить это, конечно. Либо все будет на тяп-ляп, либо так. Рядом стоит лимонная вода, я хочу ее попить, но я не могу оторваться от экрана, потому что я стараюсь достроить этот просто сраный дом. Пойду-ка я, наверное, знаете, пойду я сейчас, наверное, в комнату. У меня по сообщениям ничего, в принципе, вроде бы. Капец. Где у меня начало-то? Я не забыла уже. Ну, мы, если что, пол тут немножечко, знаете, продлим. Или, знаете, я как-то исправлю, я сделаю так просто. Это неровно, это все некрасиво выглядит. Но я, знаете, поверьте, я это сама, во-первых, делаю. Если бы было тут подписчики рядом или Денис, то, наверное, было бы проще намного. Я бы ему просто сказала, обустраивай, вот. Я тебе наспавнила вещи, либо же я сделала пол, ты давай сделай стены или еще что-нибудь. Ну, он бы хоть с чем-нибудь-то помог. Было бы намного проще. Хотя бы вдвоем, а так-то я одна сейчас тут работаю. 3 этажа, кошмар просто. Мне еще улицу там надо сделать, я не могу, меня просто трясет уже всю. Я 2 часа тут сижу. Ну ладно, мы сильные ребята, надеюсь, мы справимся. Смотрите, ну, я думала 3 на 3 сделать классы, но меня хватает только на немного, вообще не на немного совсем меня не хватает, конечно, но я постараюсь сейчас сделать вот 11 кабинетов, я постараюсь сделать и постараюсь дойти до 3-го этажа тоже. Я постараюсь, я изо всех сил говорю, держусь. Я, наверное, очень сильно обижу своих подписчиков, что я с ними не смогла сегодня поиграть. Простите, пожалуйста, но я обещала, что я сделаю. Я уже 2-й выпуск говорила, что я буду делать школу. Я хочу достроить эту школу. Я не могу просто, знаете, я понимаю, что я обещала. Я говорила, я не хочу предавать своих подписчиков. Кто вот серьезно сейчас меня смотрит, я просто сейчас буду плакать от радости, если меня серьезно сейчас смотрят мои подписчики, которым не наплевать то, что я сидела тут 2 часа, они серьезно оценят. Я, вот знаете, я, скорее всего, нечестно, но я, наверное, смонтирую это видео. Там в большей части, наверное, будет музыка, но я смонтирую. Я, может быть, уберу звук, не знаю. Но я постараюсь смонтировать это видео, скорее всего, потому что оно длится уже 2 часа. Если меня не хватит на смонтировку, то простите. Придется смотреть вам 2 часа этих. Или 3 часа. Я говорю, я на 3 часа тут застряла. Так, давайте проверим, что у нас тут имеется. У нас имеется здесь... Ну, я одна, да, играю. У нас имеется вот этот коридор. О, смотрите, тут 2 охранника. Обалдеть, они тут наконец-то появились, да? Мы можем построить классы. Давайте через 1.
через один вот так вот сделаем класс. Я сделаю отдельно пол, потому что тут пол кривой. Так. Еще один. Два класс. Так. Это три класс, да? Ну да, три. Тут четвертый. Тут где-то проще, где-то нет. Пятый. Пятый, да. Так, шестой. Тут пол просто есть. Я не знаю, что сделать. Тут пол есть. Шестой. Пока вот сюда уберу. Эти досочки. Что, я не взяла ее? Шестой там класс. Потом... Так, тут два на углу должны остаться. Седьмой. И все, да? Ну, седьмой только. И все, она больше как? Седьмой, а нам надо еще три класса куда-то-то вместить. Седьмой давайте. Три класса, наверное, на третьем этаже может быть сделать. Наверное, да, придется. Потому что больше вариантов нету. Ладно, делаем так. Смотрите, тут такой вот, короче, типа как коридорчик, наверное, да? Делаем. А если, знаете, я сейчас просто буду халтурить уже, наверное, ну ладно. Два. Двоечка, как выглядит? Ну, знаете, нормально. И не хорошо, и не плохо, ну нормально. Это двоечка. Это нормально. Сейчас мы уберем вот эти вот две досочки. Так вот для каждого класса, как вы думаете, хорошо? Нет. Это же два. Это два циферка. Я не уверена, что это для целого класса хорошо, но если перевернуть, скорее всего. Это ниже, да? Это ниже я сделала. Ой. Там же куча охранников. Нет, там не куча охранников. Стойте. Бежит. Они бегут. Они пришли. Они пришли. Мои охранники. Так почему они не говорят? Кошмар. Охранники разучились говорить. Так. Шок-контент. О, ну знаете, для класса столько, не, столько для класса мало. Простите. Тут всего пару охранников. Это двоечка. Давайте три. Три. Если три, то вроде бы три на три же тут, да? Я надеюсь, что тут три на три. Так, а это же вход, да? Ну, это вход. Можно, но не точно. Знаете, как можно еще сделать? Ой-ой, так нельзя делать. Так, мы берем вот так, цепляем. Берем вот это, ставим это, неважно как. Ставим вот это. Мы идем с этим. И здесь вот
под размер, главное, под вот эту поставить, да? Вот, этот план сработал. Не, ну для кабинета, знаете, ну нормально. Вот это для кабинета хорошо даже, очень. Все, мы строим такой кабинет. Я уверена на 100%, что это будет такой кабинет. Ну блин, это же хорошо для кабинета, смотрите. Прям как раз 3 на 3 примерно. Примерно нормально, в принципе. А тут можно, знаете, не отмерять дальше. Там уже пол готовый просто. Так. Делаем, что, вход в класс, да? Почему я так далеко доски делаю постоянно? Вот как надо, так вообще жопа до них идти. У нас нету окон, кстати, в классах не будет окон. Мне лень их делать. Мне лень эти окна делать. Так. Ну, нормально. Я не уверена, что я буду монтировать видео, потому что я не знаю, я говорила тут важной информации какой-то или нет. Я уже забыла, поэтому придется, наверное, смотреть 2 часа. Но я сделаю обложку. Я хочу сделать обложку. Не знаю, зачем, но я хочу. А там закончились, да, доски. Давайте вот тут, что ли, посередине сделаем. Только не 3. 1. Так, чуть-чуть. Если много делать, то потом их выкидывать надо. Хотя я тут не уверена, что нам придется их выкидывать. Криво, ну ладно. Главное, строится. И я не закончила ролик на этом. Да, кстати, это 3 на 3 доску. Это хорошо, что это на 3 на 3. Мне не надо долго париться. Я хотела как раз класс 3 на 3. Во, получаете. Но мне нравится более-менее красиво, конечно. Пишите в комментариях, что еще можно построить. Я не знаю. Я не знаю, что говорить. Я просто вот буду что-нибудь договорить. Потому что если я буду молчать, то здесь как-то непонятно. А ускорить видео, я, наверное, меня не хватит уже до монтажа, я серьезно. Я хотела смонтировать, но, блин, я то монтировать хочу, то не хочу. У меня есть желание, но нет, мне нету сил просто это монтировать тоже все. Вот смотрите, какой класс, мне нравится. Таких надо сделать много, очень много, капец. Кошмар, просто кошмар. Нет слов. А мы тут как поставим? Тут не получится. Что, они вместе соединены? Вот тут тогда, через 2. Хотя бы. Тут потому что они соединятся просто вместе, и все, капут. Что, также, наверное, 3 на 3 даже. Да, ведет. Давайте 3 на 3 досочку нам. О, как хорошо. Вообще, кошмар. Сумасшедшие у меня идеи, ну ладно. Так, я знаю, как это делать, наверное. Или я не знаю, как это делать. Ну, сейчас проверим, знаю я или нет. Мне надо чуть-чуть, наверное, ниже или что это сделать. Почему-то она не хочет ставиться там. Вот так, я думаю, она должна поставиться. Потому
потому что там, типа, внизу есть за что. Криво, но хорошо, в принципе. Сойдет, знаете, нормально. Не буду придираться ко всему подряд. Можно, конечно, попробовать, знаете, так, может быть, мало ли лучше получится, но я не уверена. Или же стойте сейчас. Наверное, надо просто ее перевернуть. Вот, давай проверим. Может, так лучше будет. Не, только так можно, да? А мы как в той делали? А мы так там ставили, а я не так поставила. Блин, кошмар. Мне лень это все делать сейчас. Вернись. Ну, блин, у меня сильно, вот прям, вот серьезно говорю, мне жутко лень это делать. Вот сейчас, под конец, я понимаю, что мне лень, я не могу это сделать. Но надо. Зачем? Капец. Надо еще покушать, потому что у меня энергия закончилась. Может быть, ну это нафиг. Зачем? 3 этажа. 3. Самой. Именно одной мне самой делать это. 3 самих вот этих этажа. Так. Стоп, так это сметана же 3. Стоять. Я забыла убрать там знак. Это же 3 на 3? Или мне кажется? Мне не кажется. Это лимон 3 на 3. Кстати, я его могу взять. Обалдеть, это лимон 3 на 3. Ну-ка, а вот это... Это офигеть. Не, ну смотрите. Я хочу доделать, но мне лень безумно. Я не знаю, что говорить, и монтировать я не могу. Давайте закончим. Но мне обидно это заканчивать. Блин, а что делать? Мне и вас поддавать, предавать не хочется, потому... В смысле? Да ну нафиг, я опять забыла переключить это. Уйди. Не надо быть. Надо, чтоб ты ушел не вместе со мной. Там охранник за мной бежит теперь. Ай, они меня достали. Нет, они сюда не смогут залезть, да? Фух. Меня доски спасли. Они могут сюда же залезть, да? Не, ну, блин, я хочу закончить на этом моменте, но я не могу. И устала. Мне обидно то, что я строила это, строила, и просто вот так зря. Давайте, чтобы мы все не обижались, сделаем так. Стоп!
Подождите, подождите. Сколько максимальный? 1000. Где я? Я же заспавнила или такое? Такое нельзя, наверное, да? 100. Это лимон для вас, ребятки. Я его могу забрать? Или не могу? Я хочу. Его забрала. Я в руки не вижу. Кошмар. Слушайте, так я могу так еду увеличивать. Капец. Ну-ка, если... Ой. Это что такое? Это больше, чем я. Да ну, блин. Чё за пончик? Ой, съела её. Капец. Это всё я могу съесть. Ну ладно, давайте на этом моменте закончим. Простите, пожалуйста, что я не смогла сделать до конца школу. Мне безумно больно, мне плохо, поэтому простите, пожалуйста. Ну а с вами была я, София. Всем пока-пока. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, всех целую. Ну а пока.